Всех приветствую, я Елена, канал «Дачный креатив». Моему каналу 3 года, и сейчас у меня своеобразный юбилей, 50 тысяч подписчиков. Хочу поблагодарить всех, кто смотрит, пишет комментарии, дает советы, оценивает и критикует. Каждый вечер с интересом читаю комментарии, стараюсь отвечать всем. Я увлеченная дачница, делюсь идеями и опытом по благоустройству дачного участка, сад, огород, делаю садовые фигурки своими руками, декупаж, вязание, в том числе интерьерных ковров и сумок, плетение из бумажных трубочек, обзоры, мастер-классы и одно из последних увлечений – новогодние игрушки из ваты. В ретро-стиле много у меня увлечений, пробую себя в разных техниках. Немного скажу о том, как прошли эти 3 года, и параллельно буду показывать участок. Трава растет не по дням, а по часам, недавно муж косил, но на даче в любую погоду хорошо. И немножко о том, как прошли эти 3 года. Интерес к каналу менялся скачкообразно, то затишье, то неожиданный всплеск интереса. По какому принципу это происходит, сказать сложно. Несколько раз опускались руки, честно говоря, даже хотела закрыть канал и навсегда забыть об этом периоде жизни с YouTube, но потом убеждала себя, что жалко бросать, и продолжала. И немного о контенте канала. Вязала для дачи ковры и снимала мастер-классы. Ковры из полиэфирного шнура и шпагата каменщика. Были мастер-классы и по вязанию сумок, из трикотажной пряжи, и из хлопкового шпагата. Интерьерные корзинки также вязала и показывала из полиэфирного шнура и джута с фанерными донышками. Мастер-классы по декупажу также снимала. Ключницы, панно, фоторамки, шкатулки в смешанной технике. Объемные панно с элементами соленого теста с использованием шпаклевки строительной. Снимала мастер-класс по плетению корзинок из бумажных трубочек, показывала пасхальную корзинку, как плести. Плетением я активно занималась несколько лет назад. Сейчас продолжаю этим иногда заниматься, если есть время. Показывала много своих работ и в технике декупаж, и в технике терра. Делала кормушки для птиц. Мне интересно пробовать свои силы в различных видах творчества, в разных техниках. Осенью попробовала свои силы в изготовлении ватных игрушек. Давно хотела попробовать и наконец-то решилась. Сделала первые 5 кукол. Очень мне понравилось работать в этой технике и понравился результат тоже. Как закончится дачный сезон, продолжу. Заготовила уже много личиков для кукол, так что начало положено. Но это все мои зимние увлечения. Летом, конечно же, дача. И большинство видео на канале это именно дачные. И на канале я делюсь нашим дачным опытом. Опыт у нас 20-летний. Снимаю обзоры растений, экспериментирую, пробую черенковать растения. И хвойные, и лиственные. Всегда показываю результат, даже если что-то не получается. Делаю фигурки из бетона, также снимала мастер-классы и по изготовлению листиков, и грибочков, и тыкв, и подсвечников из цемента. Показывала и как делаю, и как крашу. Фигурки мои прекрасно прожили на участке 4 года, только кашпо не выдержали постоянной влажности. И тоже я все это показывала. И как ведут себя фигурки на открытом воздухе, под дождями и солнцем, и как показали себя кашпо. За 3 года на даче делали новый ракарий, бетонно-каменный, каменные бордюры для цветников, облицовку натуральным камнем, плетником площадки при въезде. Показывала все это в процессе, как проходили все работы, все этапы. В этом году также планов много. Новый большой ракарий за ручьем, круглая клумба с плакучей березой. Предстоит все это нам доделать. Если успеем в этом году, то буду рада. В этом году также будет много новых растений высажено. Много я в этом году заказала саженцев. И, конечно, все буду показывать. Периодически снимаю обзоры в формате вопрос-ответ. На все вопросы в комментариях я отвечаю сразу, но если вопросы повторяются достаточно часто, то снимаю видео-ответ, где более подробно и предметно отвечаю на часто задаваемые вопросы. Сейчас дачный сезон только начался. Спрашивайте, если что-то заинтересует, и у меня будет возможность не просто ответить коротко, но и показать на участке, если вопросы связаны с дачей. И сейчас немного фрагментов из видео и мастер-классов, как иллюстрация контента канала, моих увлечений, которыми я делюсь со зрителями. Очень хотелось бы узнать ваше мнение, что кажется вам интересным или полезным. Напишите, пожалуйста, буду признательна. Приятного просмотра, не прощаюсь, до новых видео!